Вроде бы равный футбол демонстрировали команды, но почему-то удачливые оказались игроки соперника. С чем ты связываешь это? С тем, что реализация хромала, или в целом команда вообще сыграла не очень хорошо? Нет, я думаю, команда сыграла хорошо. Мне кажется, реализации нам не хватает где-то одного касания, одного удара. Чуть передерживаем мяч, и получается, нас быстро игроки после этого настигают и не дают нам забить мяч в ворота. На этой неделе у нас были две тренировки, очень хорошие. Честно говоря, после этих тренировок вообще еле как домой дошел я. Прям нет мне, наша игра, ну как и команда была подготовлена к этой игре. Просто чуть не хватило удачи, наверное, где-то. А вот помимо реализации, о которой ты упомянул, что еще нужно Майкоду усилить для того, чтобы выйти на хорошую победную серию премьер-лиги? Мне кажется, у нас, как сказать... У нас постоянно ротация состава, постоянно меняется. У нас нет какого-то основного состава, который будет играть и забивать голы постоянно. У нас, ну, мы ищем, получается, игроков, за то, что молодая команда. Оттуда-отсюда выбираем игроков, ищем, чтобы... Не можем пока найти свой вот этот... Чтобы у нас целая команда была, не можем пока. В первую очередь отметим игровую нашу практику, то, что мы как бы уже начали тренироваться, стали играть, скажем так, товарищеские игры. Игра, как бы команда наигрывается. В команде как бы есть те же самые игроки, которые играли и в других командах, но сплотились в одной команде. Ну и взаимопонимание, естественно, с этим выросло, и как бы характер команды появился. Стали большинство играть уже как бы на команду, а не индивидуально, как, допустим, наш же тот же самый соперник. В большей степени мы как бы знаем их игру. Очень хорошая команда, но индивидуально, в частности, не командная игра. Поэтому за счет команды мы так и выиграли. На мой взгляд, пенальти там не было. И это как бы, так сказать, как бы свыше доказало то, что они не попали. Это как бы нам дало дополнительную мотивацию на то, что как бы мы должны были, не должны были проигрывать. Были обязаны просто выигрывать эту команду, так как уже встречаемся, наверное, уже не первый раз с этой командой за последние, скажем, две недели. Казалось, что вы заранее знаете, как будет действовать соперник. Вы его настолько хорошо изучили или просто старались играть свой футбол? А может, казалось, что вы часто с ними встречались? Ну, в первую очередь я уже отметил, что у нас... Появилось взаимопонимание, так как много игроков, которые играли вместе в разных командах, в первую очередь. Во вторую очередь, я как отметил, эта команда индивидуально. Рашид, как бы их тренер, он наигрывает, но еще, видимо, не наиграл их командный коллективный футбол. Индивидуально очень сильные игроки, не спорю, но за счет командной игры, в первую очередь, мы их и одолели, скажем так.